Вот, да. Так, это мы на фоне делаем. Ну что ж, всем доброго днища, что ли, дорогие мои друзьяшки. Короче, значит, что я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что провода, которые у вас идут из Ender IO, на самом деле крайне сильно нагружают систему. Просто неприлично сильно нагружают систему. Простой пример. Я нахожусь рядом с ними. 113 FPS, 134, дергание на экране. Я думаю, вы эти дергания прекрасно видите, да? Вот. Дальше уходим от них нахрен. 270 было. Так, 126. У меня что, здесь провода тоже есть, что ли? Не, я их отсюда убирал. Эй, где мои 200 FPS? А, мне достаточно на них не смотреть. Забавно. Так, ну-ка, вот к этим проводам. Вот эти провода должны меньше. У меня, кстати, здесь новые, блин, курицы появились еще больше. Это просто мрак. Возле этих проводов мало FPS, потому что они мало передают. Но, собственно, как я понял, что на самом деле все зависит от проводов. И почему от проводов как раз лаги есть. Сейчас я возьму провода. Провода, 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 провода. Item Doctor. Так. Я возьму один сундук. Дальше мы идем с вами вот сюда вот вниз. Видите, вот отсюда должен подаваться наш обсидиан, собственно, правильно? Вот здесь вот обсидиан расположен. Я просто беру вот так вот шлеп. И вот так вот шлеп. И я включаю подачу обсидиана. Я, собственно, так вот сделал в прошлый раз. И, честно говоря, я немного охренел от того, насколько у меня залагало. Ну-ка посмотрим. Все, обсидиан подается. У меня было 116 FPS, да? И у меня не было никаких лагов. Посмотрите теперь, насколько экран начинает дергаться. Подергивание происходит, вот такие вот пролаги, каждый раз, когда что-то передается в этом Эндрео. Чувствуете вот реальные проседания? У меня что-то здесь обсидиан даже делает. Выкинутый нахрен. Интересно, кстати, что здесь обсидиан выкинутый нахрен делает. Ну да ладно. Вот. Собственно, вы теперь представьте, что вот это вот все здесь постоянно работает. То есть вот по этим проводам постоянно мешочки передаются. Вот здесь вот постоянно кабла передается. Вот здесь вот постоянно просейка передается. И получается, что вот это вот продергивание, о которых я тогда говорил, блин, они все возникают из-за Ender IO. Причем, ну, они действительно, они существенные. Они очень существенные. И я, собственно, сейчас даже не знаю, что мне делать, потому что я не хочу с такими лагами, честно говоря, играться. Здорово, Никит. Я не могу сказать свыгну, что я без лагов играю, блин, потому что это для меня очень существенные лаги. Вот эти вот постоянные подергивания, они, поверь мне, они очень сильно заметны. При этом вот поэтому я люблю трубы из билдкрафта. Менять трубы? А на что? Здесь же нет тех труб серва, которые я использовал, здесь нет айтем-дактов. А на что еще менять, я просто не знаю. У меня они вообще FPS не отнимают. Ну вот, у меня, походу, отнимают не трубы, а количество вещей, через них передающиеся. А так как через них передается гигантское количество вещей, собственно, и энергии, кстати говоря, тоже. Почему я это начал замечать? Помнишь, когда я попытался трубу провести? У меня же тогда как раз лаги были основные. То есть, если я сейчас вот отсюда трубу энергетику проведу сюда, эндер-ИОшную, а потом я эндер-ИО сделаю вот это все, все мои посадки собрания, эндер, с помощью эндер-ИО, я боюсь, что мягком взорвется нахрен. Я вот поэтому и не знаю, блин. Других-то труб нету. Айтем. Здесь есть какие-то импортеры и экспортеры, но мне кажется, что это уже немного не то.
Трансферноды, если с пайпами использовать, но эти пайпы жутко медленные. Они не вызывают лагов, это большой плюс. Может, включить вертикальную синхронизацию, станет только хуже. Смотри. Фишка в том, что вертикальная синхронизация должна ограничивать мои FPS 60. Ты видел, что у меня было 190. Однако, вот я включаю вертикалку, и пролаги-то остаются все такими же. То есть, возможно, у меня по вертикали гораздо более плавнее стало, да? Но пролаги, когда у тебя Эндрайо что-то делает, остаются абсолютно такими же. Просто FPS меньше становится, еще меньше. Понимаешь? Если бы я знал вот конкретно, что мне делать с этими пролагами, было бы, конечно, намного проще, но я просто не знаю, что мне с ними делать. Я не знаю, что такое в босс, да, в босс отключу. Не, все то же самое. То есть вот в этом сейчас моя основная проблема. На самом деле игры в Майн. То есть в Майн играть приятно, в Майн играть прикольно, не прикольно вот эти вот лаги. И я боюсь, что эти лаги станут только сильнее, если я начну проводить энергию вот отсюда, да? Ну-ка, откуда? Вот отсюда, да. Если я отсюда энергию проведу вот аж до вот сих. Я думаю, что станет вообще все очень плохо. Хотя пробовать надо. Так ты посмотри, какие трубы тут есть, и методом теста подбери те, которые меньше вызывают лаги. Фишка в том, что в Маборик, что наноапгрейды есть на скорость перемещения. Так у них же трубы мелкие. Я знаю, что на ноды есть спид-апгрейды, да? Но у них трубы сами по себе мелкие. У них трубы очень слабые, они перемещают мало. Уменьши FPS и дальность прорисовки. Дальность прорисовки ни на что не влияет. Вообще. Ты понимаешь, что у меня дальность прорисовки все равно будет прорисовывать всю мою базу. Кроме моей базы, в этом мире нет вообще ничего. Установить Thermal Expansion сам, а ее же нет на 1.10. Она есть только на 1.7, в этом проблема. Так, ладно. Собственно, пока я был офлайн, я здесь труп себе наделал, чтобы это во время стрима банально не делать. Ну, долго там все дела, вот. Поэтому я прямо сейчас, собственно, струб продолжу. Вот, мне надо вот эти вот трубы вывести к харвестеру. То есть, просто с самого, блин, начала, сразу, надо разбираться с этим харвестером. Потому что я не знаю, что с ним делать. Штука безумно интересная. Мне интересно, как эта штука собирает. И куда эта штука собирает, самое главное. Вот. Я себе даже оперативочки добавил. Уже не... 8 она у меня стоит, а 9.5. No hoy, no seeds. Так, ну он у меня подключен, он у меня заряжается. Мне нужна мотыга и семена. Фишка в том, что мне ему желательно мотыгу, конечно, дать сразу нерушимую. Это логично. Но нерушимая мотыга, то бишь, ну как бы, зивика мотыга, будем ее так называть, так привычно немного. Вот, она у меня еще не может быть скрафчена. Знаете, что я подумал? Мне нужен автокрафтер. Вот что я подумал. Чтобы не лень было крафтить все это дело самому. Крафтер тир 1. Вот. Допустим, есть вот этот крафтер. Есть вот этот крафтер. Его сложно делать. Mechanical крафтер. Ну, кстати говоря, Extra Utils 2. Можно попробовать вот этот крафтер сделать. Не из RF Tools, а вот именно этот. И посмотрите, я хочу в крафтер автоматически задать, чтобы он делал мне из эссенции, начальной эссенции следующего уровня. И типа так далее, так далее, так далее, так далее. Не, Зен, я все равно устанавливать не буду, поэтому... Неважно. Фак, есть Magical Wood? Есть. Должно быть, по крайней мере. Вроде как Magical Wood здесь присутствовал. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три, четыре. Так. Сейчас я еще лагов подбавлю, когда я смелтери врублю. Сейчас будет вообще шикарно. Сюда больше лагов, богу лагов. Салотик. Такс. Мне нужен для этого что? Редстоун всего лишь нужен. Эта фиговина у меня, по-моему, есть одна. И крафтстол. Один редстон есть? Да, вот она одна.
один редстоун, куча камня и крафт стол, которого у меня нет. Так, куча камня, куча камня, куча камня. А знаете, что еще понятно теперь стало? Почему у меня лагало больше, когда здесь был тир 5 генератор, или когда здесь было 4 вообще генератора? Просто потому, что они постоянно передавали огромное количество камня. И у меня из-за этого начались весьма страшные лаги, я думаю, все помнят. Видимо, все это, да, действительно из-за труб, видимо, они вот, ну, настолько вот они не оптимизированы. Так, что за Mechanical Crafter? Mechanical Crafter. Он грид использует, кстати говоря, походу. Окей. Любопытно, слушай. Так, ну допустим. У меня здесь 318 стаков эссенса все еще есть. Так. Если я в тебя загружу эссенции... Видимо, это будет так работать. Я загружаю в него эссенции, дальше даю ему рецепт. Да, слушай, загружаю эссенции, даю рецепт, он, по идее, сам это будет делать. Это, опять же, в теории. А еще из него выводить придется. То есть мне снова надо будет трубы использовать. Пам-пам-пам. Этот сундук пустой, пустой. Ну-ка, item, 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 duct. Так. Да, он ничего отсюда не забирает, это радует. Insert. Так. А, не, забирает, я вру. Так. Мне на него надо фильтр ставить. Так, фильтр, 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 фильтр. Подождай, так, Blacklist, Infernium. Под Infernium забирать. Так, и вот это тоже в Blacklist должно уйти. Blacklist, вот это вот. А куда они деваются? Слушай. Так. Не, слушай, все равно уходят. Ну, да, давай игнор метадата. Ну-ка. Может, так они уходить не будут? Да, вот так они не уходят. Так, метадата на это влияет. Окей, это важно. И сейчас, по мере заполнения... Ага, вот он. Он, конечно, работает медленно, но по мере заполнения... Окей, окей. Он у меня будет сам делать, собственно... Эссенции, которые мне нужны. Это небольшое ускорение. Совершенно небольшое. Ну да ладно. Он хотя бы делает. Слушай, а может стаками сделать? Интересно. Такс. Так, чё Вань выше? Тут есть Драконик Эволюшн. Есть, но он вообще другой. Он совсем другой. Obsidian Playman, нерушимая кирка. Да, я знаю, что есть не... Но я ее до сих пор сделать не могу, потому что на нее модификации надо. Какой процесс у тебя? Смотри ниже в описании. В описании все есть. А если я сделаю вот... А, так нельзя сделать, да? То есть он будет по одному всего делать, а не по стакам. А, стоп! Speed Upgrade, ё-моё! Speed Upgrade, Speed... Ого! Так. Это у меня вся энергия вот сюда вот сейчас ушла, серьезно? Я чуть не понял, подожди, здесь миллион РФ, окей. Я так понимаю, что у меня даже буфер проседает. Да, у меня буфер просто страшно проседает. Так, какого хрена, я чуть не понял, стопэ. Он что, он постоянно энергию в воздух, что ли, жрет? Я понять не могу. Все, энергия начала накапливаться.
Ты смотри, у него или трубы хотят эту энергию, ну то есть по трубам, чтобы эта энергия полностью передалась, либо он просто так в воздух выжирает энергию просто в немыслимых количествах. Здесь везде максимум энергии. Да, здесь везде энергии максимум, здесь энергии есть. Она не тратится. Какого хрена у меня тогда такой отток энергии-то был? Здесь вообще везде энергии максимум, но при этом она просто не накапливается. А он жрет всего 40 РФ пертик. Ну я, блин, даже не знаю. Слушай, это серьезно. Ладно, давай я еще раз подключу. Оп. Сейчас, ну-ка, что вы у меня с энергией будете делать? Энергия просто нахрен утекла. Но она хотя бы сейчас восстанавливается. Я не знаю, куда ее столько нахрен утекло, но ладно. Из Magical Wood можно сделать тинкеровский маток на 9 или 10 модификаторов, с них хватит модификатора до нерушимой. Ага, окей. Не, ну серьезно, а не проще мне сделать Зивик, мотыгу-то? Кирку, мотыгу, неважно. Ты же видел, сколько у меня стаков, эссенций, да? Зачем мне тратить, модификаторы, зачем мне делать Magical Wood, зачем мне все это делать, если у меня банально... Так, апгрейд. А если у меня банально есть вот эта вот фигня. Немыслимое количество стаков. Мне просто их надо переработать, вот и все. Поэтому я думаю, я не буду здесь использовать типа нерушимый мотыги. Фишка в чем? Если ты возьмешь Мистикал. Если ты возьмешь вот эту мотыгу, то вот у предпоследней. Вот она, Durability Unlimited. Если ты ее супремиум. Супремиум. Да, если ты ее супремиум делаешь. Эта мотыга вроде не работает в машине. Подожди, тут Immersive Engineering есть? Не-а. Нету. Может, у труб внутренний буфер есть? Есть, но он был заполнен. У труб есть, у всяких труб, абсолютно у каждой трубы есть внутренний буфер из любого мода. Но он был заполнен постоянно, понимаешь? И поэтому вот у меня вопрос. Вот видишь, труба, она передает 5120 РФ пертик. Я не знаю, какая у нее вместимость. Но судя по тому, сколько выжирали энергию, что-то вместимость трубы как-то очень дохрена большая. Так, эссенции. Эссенции. Так, здесь эссенции кончились. Секундочку. Надо еще немного эссенции забрать. На тебе еще эссенции, не жалко. Бобров не жалко. Хотя не вру, бобров все-таки жалко иногда. А, он не... Фак. Ему нужно еще одно место, чтобы скрафтить хоть что-нибудь. Логично. Но он хотя бы со... Подожди, а если я... Блин, мне нужно больше спид-апгрейдов. Гриды у меня сейчас производится приличное количество, поэтому я могу чисто на спид-апгрейды все поставить, нафиг и все. А, мне нужно золото, 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 золото. У меня золота очень мало осталось. Просто крайне мало золота осталось. Ладно, давай 4 пластины сделаем, поместим их сюда. ГПшника вроде как хватает. Я вырабатываю 62 ГП в тик. Да, вполне себе. Она где-то на 14 и на 16 заканчивается. То есть ГПшки более чем хватает. Не трогать бобров. Да ладно, бобро прикольные. Неразрушимый моток из Magical Crops точно нельзя туда ставить. Так это фишка в том, что это не Magical Crops, понимаешь? Это другой майн с другими модами, именно поэтому я думаю, что, ну, можно попробовать ее туда поставить. Ясен пень, не факт, что, ну, можно будет, да? Ну, блин, попробовать-то надо. Попробовать всегда надо. Ну, мало ли. А вдруг прокнет, представляешь? Вот так вот, адёп, и прокнет. Будет круто? Круто. Все.
Я сейчас здесь, в этом моде, все проверяю на собственном опыте. Так, если я в тебя еще вот таких вот апгрейдов запихну. Сколько он у меня ГПшки будет жрать? 8. Ну, кстати, не так уж и много. Или Power Drain вообще 5. Он 5, по-моему, жрет, да, всего 5. Ну, по числу апгрейдов, да. Power Penalty 5 ГП. Зато смотри, как он быстро перерабатывает деревья. Вообще забей. Ты посмотри на эту прелесть, он просто охренеть, какой мощный стал. А я сейчас снова перерабатываю. То есть это все будет начальное, да? Второго грейда мне либо перерабатывать вручную, либо делать еще один крафтер, либо... Есть крафтер других тиров, которые можно по несколько рецептов забивать, в принципе. Здорово, Парамас, сколько майн идет? Да мало. Я в основном про лаги объяснял, и играть-то я начал совсем мало уже. Из Magic Crops можно, я в Project Ozone ставил, а шаг прочитай выше. Чего такое Zen? Можно установить, но на 1.10.2 есть. Не. Все равно как-то не, ты знаешь. Вот не, и все. Сказано играть без него. Будем играть без него. Будем мужиками, блин. В конце концов, мужик я или не мужик, правильно? Правильно. Поэтому играть будем сразу без него. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мне бы нужен еще один такой кристаллик. У нас с собой было, это радует. Так, кристаллик и просто шлеп, шлеп, шлеп. Шлеп, вжух, шлеп, 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 вжух, шлеп, 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 вжух. Быстрее, чем крафтер, намного быстрее. Однако крафтер это делает в то время, как я ни хрена ничем не занимаюсь. А здесь мне приходится тратить реально свое время, свои вжухи, блин, на это, на все дело. Поэтому автокрафтер, он в принципе рулет. Так, дальше сюда вот так вот. Так, дальше сюда вот так вот. Та-дам! 16 аж штук. Просто охренеть. Так, стоп. Как у нас делается мотыга? Мистикал. Здорово, еще раз промазал. Оу! Ага. Ага. Слушай, а все ни хрена не просто оказывается. Ох, япона мать, да ты шутишь. Окей. Ладно, я беру свои слова назад, в принципе. Окей. Да, скорее я сделаю... Я как-нибудь извернусь и сделаю из Magical Wood эту херовину, нежели... Вот. Подожди, ну-ка. Сорт. Где у меня Supremium будет? Вот она у меня. Supremium здесь. Вот здесь Superium. А здесь... низшего грейда, собственно, ниже еще. Так, мне, собственно, снова можно сюда немного рецептиков нахреначить. Так. Кто же сказал томат? Никто не говорил томат, успокойся. Успокойтесь. Отстановитесь. Так, местов нет. Во. Другое дело. Так. Ну, мне нравится, как этот автокрафтер работает на такую скорость, поэтому ок, все. Дороганс. Дорога, Колорадо. Так. Окей, это работает. 9 эпик лутбэгов. Легендарных, в смысле, лутбэгов. Ладно. Теперь здесь. Magical Wood, Magical Wood. Надо посмотреть, как мне Magical Wood сделать. Magical Wood. Букшелфа золота всего лишь стало. 4 экспы.
Вот это немного странно, ну да ладно. Так, секунду. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Так. А есть ли у меня возможность построить книжные полки? Мне на них, по идее, много кожи надо. Я не уверен, что у меня... Да, у меня много кожи совсем нет. Так, книга. Книга. Мне хватит пока сейчас всего на 3 полочки. На самом деле, это что-то как-то маловато, я думаю. Ну, я подумаю сейчас. Еще получше. Так, и золото. Блин, золота надо очень много. Сколько у меня? А, ну, 2 стака, в принципе, есть, пойдет. 2 стака из ракет. Восемьдесят четыре слитка еще. Пускай будет. Вполне себе. Так, раз, два, три. Чего у меня много стало? У меня железа много внезапно стало. Так, тебя раз того, тебя раз того. Шлеп. Шлеп. Так. Мне, видимо, все-таки... А, у меня, видимо, экспы нет. Все-таки. Экспы — это не проблема, причем совершенно. Да. Сколько у меня... У меня здесь 125 уровней уже. Охренеть можно. 100, мать, 25, мать... 5, мать, уровней. Охренеть можно. Просто реально пидет. Вот, да. Экспы действительно... Так. Ачивка. Стопэ. Это ты меня откуда взяла? Ага. Бумеранг, Builder's Wand, кстати говоря, магические. И Destruction Wand. Окей, это интересненько. Могу ссылку на картинку, где пара скинов. Это вы о чем? Во сколько... А, ты про овер, понятно. Шаг, что за деревья у тебя растут? Это обычные фруктовые деревья. Golden Lasso. Village Contract. Village Contract. Окей. У меня деревья здесь растут обычные ядовые. В данном случае это у меня персик растет, потому что персик очень классный. У меня растет вишня просто потому что. Потому что она такая маленькая, она на черешню похожа. Черешня мне нравится. Вишни нет? Нет, вишня нравится, конечно, тоже, но не так сильно, как черешня. Вот, у меня растут немного тыблоков. Так. И у меня растут папайи. Папайи. Папайи прикольные. Так. Просто когда внезапно понадобилось очень много еды, я понял, что мне надо действительно себе целый сад всего посадить. Вот, а из этой еды у тебя прекрасно делается фруктовый салат, который ты видишь у меня в последнем слоте. И этот фруктовый салат потрясающе восстанавливает еду на 2,5 или 3, но зато дает фулл золотую еду. Что крайне важно, если ты, ну вот там, допустим, орэкскаватором пользуешься, либо бегаешь много, прыгаешь много и так далее. Такс. Как мне из тебя сделать... О, мешочек, слушай, прикольно, тот самый золотой мешочек. Как мне из тебя сделать... А, подожди. Это надо через Tinker's Construct, я так понимаю, делать, да? Так, 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 так. Секунду. А у меня не, по-моему, были. Головка кирки, палка и билд... Ну, этот, крестовина. Возможно, мне уже пора металлический тулстейшн сделать. Я думаю, прям вот более чем пора. Я так не помню, как она делается. Такс. Где моя книжка? Книга. Mm-hmm.
что либо я, блин, слепой, либо... Либо я не вижу книги. Так. Materials and View, это, по-моему, немного не та книга, которая нужна. А, нет, та самая. Слушай, прикольно. Это не то, это не то, это не то. Подожди. Здесь не сказано, как Toolstation сделать, собственно. Адри... Что? Что? Что-то как-то Адрит немного пропустил, ну да ладно. Бронза, Демоник. Дальше Modifiers идут. Я помню, что она делается, блин, из железной... Так, давай проще. Toolstation. А, вот она, Toolforge. Ага. Она теперь делается не из железных блоков. Она делается теперь из блоков константы. Это, видимо, основной мой блок должен быть. Примерно как железо один в один. Подожди, а как тебе сделать? Как тебе сделать? Как тебе сделать? Смелтер, бла-бла-бла, вот. Купер и никель, один к одному. Один к одному купера и никеля. Купер, блин, а у меня меди... Оу, стопэ, слушай, а у меня же меди вообще нет. Я же медь этой просейкой не добываю совсем. Оу. Вау. У меня же эта просейка металлическая, и она медь не добывает. Так. Ща все будет, пацаны. Ща все будет. Ща все сделаю. Так, идите сюда. Так. Ты выходи сюда. Ща все, блин, захреначу. Я не зря просто так флинтовые эти делал. Ситечки. It's time to воспользоваться флинтовыми ситечками, чтобы получить купер. С металлической купер, к сожалению, не получается. Так. Интересно, такого хватит или нет? Шлеп. Сколько? Одна. Окей. Шлеп. Вот. Ща все будет камельфец. Куда этот IP? Да хрен его знает. Куда-нибудь пихни, может, что-нибудь заработает. Здорово, змеюга. Точнее, сборку качать надо? Надо. Сборка хорошая. Так. Мне интересно, у меня из гравия, во-первых, буфер гравия есть? Совсем небольшой. Песка? А вот песка, кстати говоря, буфер охренеть какой большой есть. Гравия мало, а песка что-то как-то дофига. Так, давайте один молоток уберу. Молотки крайне хорошо работают. Песка просто охренеть, какое количество уже наспамилось. Окей. Хотя, учитывая, что это дабл компресс, может быть и не охренеть какое, но все равно много. Правда много. Так. Я не забываю про свой автокрафтер. Неплохо. Гравий. Так, шлеп. Ну, примерно столько стаков. Так, самый главный вопрос. Купер. 16% шанс получить мед с флинтовой сетки, да. Окей, сейчас мы немного попросеиваем, сейчас. Вот он. Ну,
Че тебе дред-то надо? Че тебе помочь-то? Ты бы всем, собственно, сказал, и, может, коллективно решили бы проблему. Давай, Ник, давай, давай, да-да-да-да-да. Я уже понял, что ты уходишь. Интересно, кстати, действительно хорошо просеивается в итоге. И много, очень много. По 13 штук просейка у меня в итоге получается, походу. Угу, 13 штучек за раз. Сейчас я меди, собственно, нафармлю и... Подожди, медь с никелем, да? Никель, по идее, у меня есть. Какая версия майна? 1, 10, 2. Так, секунду, ребят. Ну, Хеги, ну не надо. Ну фу такими быть уже, ребят. Вот по поводу уж версии майна вы можете отвечать нормально. Здорово, Арч. По поводу сервера или нет, ну такое себе, согласен. А по поводу версии майна, ну Хеги, ну отвечай нормально. Это же вопрос от тебя многого не стоит, правильно? Правильно. Будь бобр. Быть бобрым модером. Ну и опять же терпимым, да? Ты же понимаешь, что детей много заходят, дети много интересуются разной фиговиной, поэтому просто будь терпеливым, вот и все. Так, это у нас Купер, это у нас Айрон, 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 Купер. В итоге получилось как-то всего лишь 20. Так, давай-ка я закрою. Это у нас будет 20 меди. 40 слитков меди. На 40 слитков меди мне надо 40 слитков никеля. А это дохрена, честно говоря. Так, алюминий, купер, сильвер. Это все у нас сюда уходит. Алюминий, купер, сильвер. Так, 40 слитков, да? 80, то бишь. То бишь это стак и еще немного. Ну, допустим, 20. Угу. В два раза больше, я понял. Ага, а больше-то и нету. Oh my god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. А больше-то, блин, и нету. Вот я ни хрена бы не подумал, что мне реально понадобится никель. Подожди, он у меня выплавленный есть. Никель, никель. А, я понял, почему у меня его больше нету. Так, значит, это будет 70, мне надо 10 слитков. Это один блок и один слиток. Тогда все нормально, панику отставить. У меня слитков до хрена лиард сейчас. Никеля этого. Так, плавь еще 10. Сейчас все будет. Сейчас мы этого константа наплавим, вообще зашибись. Ну что, хотя в версии майна не написано, я подумал, что все еще 3.04. А, не, Эммануэль, фишка в том, что версия Майнкрафта и версия Хай Фактори это две разные вещи. А, у меня версия майна стоит 1.10.2. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу, потому что у тебя Sky Factory. Sky Factory ты правильно назвала. То есть это не майн, это именно версия самого мода. 3.04. Правильно, факт. Вот, а версия самого майна это 1.10.2. Я понимаю, все сложно, все очень. Нахрена я взял воду? Господи, Шугера, где твоя голова, блин? Так, мне нужно брать не воду, естественно, мне нужно брать лаву. Так, есть энергия, нет энергии. Видимо, вот этот один магматик генератор. А, у него же ускорения нет, блин. Вот почему у него нет ни хрена энергии. Ня. Вот. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, что у меня? У меня перерабатывается сейчас никель и купер в константу. В процессе переработки перерабатываться будет много. Это логично. Так, давай пока два блока выплавлю.
Шаг, следующая игра какая будет? Сегодня никакой. Сегодня один день, но весь день у меня майн. По вторникам у меня, в смысле, только майн. Шаг, но я не могу нормальную версию писать, я давно в майн не играл, а память древняя. Свегман, так я же не тебе, я же Хеги говорю, который, блин, капует здесь 1.11. Там дело стоимостью 1700 рублей, то есть это просто в чат это будет не спрашивать. Не, ну мало ли, дрот. Если дети цветы жизни, то когда они вырастут, тем они становятся деревьями, блин. Плодами? Не, вряд ли дети это... Плоды, блин, плоды жизни, это звучит как плоды жизнедеятельности. Это как-то... Эх. Дети явно не так. Сейчас, секунду, ребята, я окошко открою себе. Тут жарко что-то становится. Майнкрафт такая активная игра, такая активная, я аж вспотел. Это... План своей зомби. Скромный намек, очень скромный. Так, что у нас дальше? Еще три блока доступно. Еще три блока выплавляем. Так, вот она, константа. Этого константа на... Сейчас у меня уйдет 4 блока. На Toolforge. Вот на этот вот. Мне нужны еще Подожди, сердбрики. Они же у меня были. Да, вот они. Я же себе, блин, ломал смелтери. Делал ее меньше. Поэтому сердбрики у меня, собственно, есть. Так, ладно, пока он тут делается, блин. Так, а что тебе еще надо? А, старую печку. Старую Toolstation. Старая Toolstation, иди сюда. Такс. Шлеп. Та-дам. Другой нафиг делаю уже. Такс. Кактусами смерти, это еще более жестокое название, ты знаешь. Вот. Вот это я поднимаю нормальная печка, слушай, и крафт нормальный. Вообще, бекон вот это сейчас использовал, Сюрикен Блейд. Бекону вот этот Сюрикен почему-то очень сильно понравился, я, честно говоря, не знаю почему. Лоу дамаг, но очень большую скорострельность. Я не знаю, я, может, что-то не понимаю в этом. Но лично меня, я не понимаю, чем это может заинтересовать. Ну, вот у меня Сюрикена. Я не знаю, почему беконами пользоваться. Я ему, конечно, верю, он до хрена профессионал, но я не могу понять этого. Так, ладно. Подожди, и кто мне сказал, что мне надо из Magical Wood делать кирку? Я не могу из Magical Wood сделать кирку. Вот, пожалуйста, вот Part Builder, вот паттерн, и как бы нет. Из Magical Wood не делается кирка здесь. Видимо, она не просто так не делается на самом деле. И в рецепте ее просто так тоже нет. Видимо, это в предыдущих версиях возможно было, а в этой версии как бы нет. Может, никакой... Не, подожди. Апгрейды, да? У меня есть кирка. Кирка у меня сейчас прокачана на Reinforce 3. Блин. Чтобы сделать мне нормальную мотыгу... Диаматин. Дербильти 1600. Эмеральд... Оу? Оу. Подожди, это Actual Additions, правильно? Правильно. Но! Ты можешь ее достать из Epic Loot Bag'а совершенно спокойно, кристалл этот. Эти кристаллы у меня есть, я их уже доставал. То есть я могу сейчас эту кирку сделать, не заморачиваясь вообще ни с чем. Логично, правда? Подожди, у меня эти кристаллы где-то были. Я уверен буквально в этом. Да, вот они у меня, три кристалла, вполне себе есть. Magical Wood я пока сюда положу, а чё? А странную мотыгу я себе сделаю вот так. Очень странная мотыга. Опа! Здрасте. Вот, собственно, книжечка, которая меня Actual Additions будет обучать. Я пока сюда пихну. Эту книжку мне надо будет очень много читать. Так.
Ага, вот он собирает, собственно, все. В совершенно небольшом радиусе вокруг себя. Вот его сборка. Он, кстати, собирает так, что у него семена... Оу, слушай, что так быстро-то? Я боюсь, что если он... Ну, во-первых, он жрет по 40 РФ per tick. В смысле, по 40 РФ за операцию, по идее, да? А оперировать он еще... У меня сейчас будет гигантским количеством семян. Вот, да. У меня реально проседают магматик-генераторы из-за этого. Так, стоп. Мне нужны апгрейды тогда на вас. Апгрейды. Секунду. Так, на тебе пока. Так, на тебе еще один. И на тебе еще один. Все, энергия растет. Окей, грид пауэр есть. Самое главное, чтобы здесь обеспечивалась нормально лава. И я что-то ни хрена не уверен, что она нормально будет обеспечиваться. Да, они по лаве реально проседают. Единственное, что я могу сделать... У меня рейд X3 стоит. Мне всегда советовали вместо лавы ставить их на... Этот... как его обзывать-то, ё-моё? Адский камень подожженный. Где скачать сборку, лицензия это или нет? Лицензия. Скачать ее можно на FTB. Скажи мой ник, нет, плюс нет, это глупо. Пиротиум вместо лавы. Здесь нет пиротиума. Здесь нет Thermal Expression. Здесь нет пиротиума. В этом все дело. Ты понимаешь, если бы здесь был пиротиум, я бы его давно вместо лавы поставил. Но его тут нет. А, так, как у меня делается адский... Блин, я забыл, как он называется. Серьезно. Просто из головы нахрен вылетело. Я знаю, что он, по-моему, делается с помощью Witchery Water. Поэтому Witchery Water мне понадобится. Значит, мне понадобится мицелий. Так. Так, шлёп. Бочки у меня тоже где-то здесь были. Вот они. Допустим, шлёп. Так, и... Го-го. Сюда иди. Так, допустим, мицелий. Теперь сюда надо, по-моему, воды захреначить. Это не Soul Sand... Блин, как же он назывался, реально? Адский камень, лава плюс... Лава? Оу. Netherstone, точно, спасибо, Хиги. Не Netherstone, не-не-не-не. Netherrack. Оу, значит, не вода. Ладно, я пока поставлю делаться. Лава плюс... Редстоун? Давай попробуем. Редстоун. Сейчас попробуем мы такое дело. Да, слушай, спасибо, действительно это работает. Вот это вот хреновина мне как раз нужно. Да, мерси. Кто может дать ссылку на моды? Вон в чатике тебе дали. Шаг, выжить. Чё такое, дрыдух? Кстати, теперь вопрос. Кто знает, как переводить с одного своего аккаунта на другое большое количество платины? Может ли рамка на это сагриться? Вообще, ты знаешь, поправь меня, если я не прав, но, по-моему, по правилам в рамке запрещен мультиак. Поэтому... Или нет, или запрещена запрещена передача... То есть, на твоем аккаунте не должны играть другие люди. А насчет мультиаков... Блин, вот я сейчас не знаю, это у Арчи надо спросить. А, Арчи, ты тут еще? Я просто не помню, запрещен официально мультиак или нет. Или только... на твоем аккаунте не должен никто играть, кроме тебя. Вот. Или только такое правило. Честно, вообще не помню. Так, мне сейчас надо вот отсюда лаву все будет убрать. У меня буфер лавы есть, да, поэтому ничего совсем страшного не случится. Но лучше это сделать, естественно, как можно быстрее. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, давай я, допустим, сделаю вот так.
Так. Здрасте. Так. Выливаем ее вот сюда. Так, так, это не та дырка. Вот, вот, вот это вот та дырка, да. Вот. Здрасте. Так, все, по идее, все, лаву убрал, да? Так, теперь вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И еще вот здесь вот. У меня должны быть незербрики теперь. Незраки. Так, допустим, незрак. Так. Теперь мне их надо по-хорошему поджечь. То бишь, мне нужна зажигалочка. Че хотел, Жак? Арч, скажи мне, пожалуйста, в рамке официально запрещены мультиаки или нет? Или запрещено только, чтобы на твоем аккаунте играл кто-либо другой? Я просто вот про играть другому человеку на твоем аке вроде как помнил, что действительно такое, типа, нельзя делать. А вот по поводу мульти-аккаунта, это запрещено или нет? Ну, типа, иметь два аккаунта, с которых с одного на другой передавать что-либо. Так, у меня зажигалки нет сейчас. Окей. Мне нужно... Блин, у меня сейчас это... Так, output full. Окей, он пока больше не работает. Мне нужна зажигалка. Мне нужен флинт откуда-то. Блин, где-то у меня флинты были. А, я же всех использовал, ё-моё. Так, мне нужен... гравий. Нет, много гравия. Спасибо. Флинт. Так, один у меня должен здесь остаться. Ага. Я же вот в Сегмилы все отправил. Так, и... железка. Железка, 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 железка. Так, так. Шлёп, так. Рейд X4. Ну, X3... было, X4 стало, ну, мол, окей. Главное, чтобы они больше ничего не подожгли, и все будет нормально. Все, собственно, пожар адского камня, и... рейд стал X4. Ну, на одну побыстрее они теперь будут плавиться. Да, как это бесплатная игра, это не запрещено, не прописано в соглашении. А вот передача другого аккаунта кому-либо может трактоваться как взлом с последующим блоком ака до выяснения обычно насовсем. Спасибо большое, Арч. Ну вот, Дред, собственно, по идее у тебя не должно быть ничего такого, если ты с одного аккаунта будешь передавать большое количество платин на другой. Ты знаешь, что есть какой-то там голдовой запрещенный патронник, который продается больше, чем за 30 тысяч платины? За какие космические суммы? Потому что его покупали 1030, я думаю, продается он 1050 платины. 1050 платины. А теперь подумай, какую большую сумму платины ты хотел передать? Отверстие, а не дырка. Вот только про дыру не ждите. Да ладно, дырка, она и в Африке дырка. Так, X4 теперь. Значит, лав-генератор у меня вырабатывает по-прежнему много энергии. Так, вопрос. У меня в минус или в плюс сейчас уходит? Крошечный, но плюс. Ты посмотри. Давай, делай 500, 500, 50, 570, шлеп, 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 шлеп. Было 570, давай, давай, 580, 600, шлеп, 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 шлеп. Было только что 600. 690, 630, да, в крошечный, крошечный, но плюс. То есть, вот больше, чем по 2 апгрейда на 3 магматик генератора мне здесь ставить нельзя. Иначе мне придется гораздо круче себе сделать производство лавы. Там... 53к стоил этот патроник, а их в игре осталось всего 17 штук на всю рамку. Ты уверен? Слушай, Арч, потому что чувак, который я видел, человека, который пытался купить у нас на серве, он писал, что больше 100 осталось голдовых патроников. Поэтому я прям даже не знаю. Вот торчать из-за кредитов на миссиях это точно не очень? Ну, почему нет, ты знаешь... Ты же где-то должен кредит нафармить, поэтому не удивляйся, что тебе приходится их реально фармить. С большой буквы Ф. П.
Поэтому не, в этом нет ничего удивительного. Ты можешь на какой-нибудь. Ты можешь взять себе Секуру Лекту. Кстати, хорошо расходится. Блин, я уже 4 штуки по 75 платины продал. Я прям доволен дофига. Вот. И просто пойти на раз на выживание через эту лекту и фармить. Часик постоишь, я думаю, приличных денег ты вынесешь. Хотя наверняка, конечно, есть способы. Уди. Есть способы попроще это делать, но тем не менее. Я вот не знаю, что мне со слами делать. Убивать их, что ли, опять? Ослов я не очень хочу убивать. Ослы прикольные. Но что мне с ними, блин, делать, пока они у меня там плодятся? Хрен его знает. Такс. Значит, теперь мне надо настроить аутпут отсюда, да? Oh my god, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. А еще дать сюда капаситор, который позволит мне реально очень мощно увеличить радиус. Я так не знаю, это мне нахрен надо или нет. Вы знаете даже что? Я думаю, что мне не нужны вот эти семена. Нет. У меня их очень много, у меня сотни стаков фармятся на мобоферме, поэтому вот эти вот обычные семена, они мне не нужны. Нет. Не, скажем так, не они мне нужны. Не этого грейда, да? Я хочу попробовать посадить, ну, например, синюю эссенцию сразу. Да и потом здесь все-таки по заданиям есть, типа, сделать Iron Seed, сделать бла-бла-бла сид. Вот эти бла-бла-бла сиды как раз и будут самыми интересненькими. Много у меня семян было, блин, очень много. Так, куда бы мне эти семена... Ага, окей. Куда бы мне эти семена пока деть? А, слушай, не, а из них как раз и крафтятся семена следующего грейда. Оу, тогда окей. Тогда щепе вопросов нет. У матросов нет вопросов. Так, шлёп. Да, блин, шлёп. Шлёп. Шак, раз пришел вопрос к тебе, Астронир пробовал? Не, Арч не пробовал. Я его посмотрел, вообще не понравилось, поэтому забил. Так. Тёма, прощай. Сейчас. Хиги, зря ты его на одну секунду. Это ж прямое оскорбление стримера. Таких сразу банить надо. И сделается. Тум-тум-тум. Опс, я его замутал. Секунду. Вот так вот. Так вот лучше намного, да. 10 норм? Не, 10 не норм. Этому сразу перманент. Не люблю идиотов на стриме, ты же знаешь. Так. У меня вопрос. Оу. Слушай, он на каждую операцию тратит одну прочность мотыги. Мне ему реально надо давать бесконечную мотыгу. Иначе он у меня мотыгу, он у меня просто ее сразу снесет нафиг. Мне надо сделать себе все-таки действительно бесконечную прочность мотыгу. Сначала. Так, 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 ладно, семена я пока поставлю сюда. Нет смысла сейчас делать другие, потому что мне нужна очень-очень-очень крутая мотыга. Мне все-таки придется сделать либо апгрейды постоянные. Так, всего у меня апгрейдов будет больше. Модифайр, 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 модифайр. Я думаю, мне книжка нужна. Мне снова надо через книгу это дело посмотреть. Ах, модифайр, 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 модифайр. Так. Нет. Так, подожди. Атак, дирабилити, модифайр 1. Я думаю, что этот модифайр это немного не то, что я хотел, правильно? То есть, если я сделаю деревянную, а у нее же не будет... Или будет одна лишняя модификация? Шаг, там выше промот написал, если интересно, читание. Я читанул, Арчи, просто не вслух. Я видел? Здорово.
Здорово, Ланир, пропустил, сорян. Такс. Мотыга и Стинкера с автопочинкой на фул не успеет. Фишка в том, что здесь нету автопочинки. Здесь Тинкер теперь совершенно другой. Мне кажется, что это Durability Modifier на самом деле. Да, это Durability Modifier. А-а-а, как же мне узнать, сколько модификаций это будет на кирку? Так, стопэ. Не на кирку, естественно, а на мотыгу. Слушай, а здесь только экшен... Ага, здесь нет этих мотыг. То есть мне надо это... Подожди. Я тут внезапно заинтересовался. Блин, маток она называется, а не хои. Маток. Нет. Мат... Нет. Блин, как она называется? Матот... Ну, матот... Короче, это, видимо, только самому узнавать. Она называется Меток. Потому что она не подходит. Я не помню, подходит ли... Right click harvest and replant crops. Еще коса может подойти, но у нее как раз АОЕшка есть. Меток сделать проще, на самом деле. Намного проще причем. Здорово, адвизор. Давно тебя не видел, кстати. Вроде надо все части из бумаги сделать и основной, лучший материал, чтобы много модов было, да? Фишка в том, что здесь, если делаешь меток, да, то у тебя основа будет две основы и одна палка. Такс, окей. Shovel Head у меня нет. Shovel Head, дай мне сюда одну. Мяу-мяу-мяу. Так, Magical Wood нельзя использовать. Давайте действительно попробуем бумагу сейчас. Если я тебя всего из бумаги сделаю. Modifier 0.1. Так, с пофигу вообще. Давай попробуем просто вот нахрен все из бумаги сделать сейчас. Такс. Меток. Раз, два, три. Шлеп. Так, допустим. Modifier с 5. Да, действительно это работает. Так, подожди, что она может? Writable. More modifiers, it's only logical. Да. Writable, это значит, что просто банально на нее пихается много модификаций. Так, теперь мне надо на нее отхреначить 5 модификаций, чтобы она была бесконечная. Сейчас, секунду. Блин, эту музыку нельзя слушать тихо. Сделаю из обсидиана? Да нет, в том-то и фишка, что даже 8000 тебе намного не хватит, поверь. Не хватит ее намного. Такс. Оу. Блин, я совсем про констант забыл. Окей, блоки, 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 слитки, слитки. Подожди. Чтобы мне блоки успеть заполнить или нет? Так, блоки заполнились, теперь врубаем. Окей. Так, у меня здесь больше ничего не горит случайно? Не, вроде все нормально. Так, окейшки. Так, сейчас у меня выплывется констант, потом выплывется никель, который я могу выплавить спокойно два блока, как минимум. Слушай, странно, вроде добавлял один к одному, а один к одному не получилось.
Очень странно. Модификации еще добавить можно. Три мода добавляются, но хз где-то на третий мод звезду найдешь. У меня есть звезда одна. Я ее получил до того, как они убрали Peaceful Star. То есть, как она называется? North Star она называется официально. Поэтому насчет модификации не беспокойся. Это как раз легко. Мне нужно всего 5, по идее. То есть, не больше 5, поэтому по поводу этого я тоже беспокоиться не буду. Слушай, осел, ты меня достал уже. Кричала, блин. Оп, прощай. Шлёп. Так, теперь мне нужны, ну, допустим... Ну, допустим, пикакс хеды, на самом деле пофигу. Так, я могу тебя вот так вот напрямую сделать? Нет. Стол, раз, все. Так, не удивляйтесь, что я сделал столько одинаковых. Фишка в том, что я через них сейчас должен буду выплавлять все. То есть я делаю вот так вот. Вот так вот. Сюда мы пихаем сколько-то золота. Честно, я хрен его знает, сколько мне золота понадобится на это дело. К сожалению, именно золото, потому что алюминиевый брас у меня весь кончился. Весь алюминиевый брас я уже перевел. Поэтому пока золотище. Сейчас оно поплавится и посмотрим, сколько оно у меня выйдет. Здорово, Гродец. Какие ты моды хочешь на прочность, если автопочинка нету? Фишка в том, что здесь помимо автопочинки... Помимо автопочинки здесь добавились очень прикольные модификации новые. То есть это просто другой Тинкерс Констракт, да? И если ты пихнешь 5 модификаций на прочность обсидиановых, то у тебя она станет бесконечной прочности, потому что каждая модификация... Ага, по 2, что ли? Вот, блин. Каждая модификация на прочность, которую ты пихаешь... Сейчас, раз-два, раз-два, раз-два. Она тебе обеспечивает 20% шанс не под... Ну, короче, смотри. У меня здесь еще одна модификация доступна, но фактически... Сейчас, я тебе это дело покажу. Фактически у меня стоит Reinforce 3. Видишь? Each level adds a 20% chance to not use durability. 20% шанс не использовать durability. Каждый левел. У меня сейчас 60%, так? Если у меня здесь 5 апов, и я добавлю все 5, значит, шанс не использовать прочность будет 100%. На один паттерн 2 слитка золота. Понял, понял, все. Не дурак, уже понял, да. Так, все. Теперь мне, собственно, надо... Я почему столько обсидиана нафармил в свое время, да? Мне сейчас их надо... обхреначить обсидианом. Именно поэтому у меня получилась вот такая вот модификация. Страшно выглядит, да, криперам все привет. Вот, теперь че? Мы просто берем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. А, не работает, да? Ну-ка, ладно. Бум по одной. Так, reinforced 1. Reinforced 2, reinforced 3, reinforced 4, reinforced 5. И теперь видишь? Reinforced unbreakable. Просто unbreakable. Тара-тара-та. Пуц. Можно, кстати, кирку мою сделать еще чуть получше. Если уж у меня эти прапы есть сейчас. Так. Андеструхтабле. Так сказать. Так. И вот, она совершенно спокойно сюда помещается. И она неразрушима. Круто. Круто. Так, эту мотогу я пока вот сюда вот отправлю к остальным предметикам у меня. Так, теперь можно заняться семенами. Собственно, чтобы у меня семена были следующего тира, мне надо... Охереть, сколько здесь всего. Мне надо сейчас сделать вот так вот немножко. И вот так. Шлеп. Блин, на самом деле глупо. На самом деле надо сделать вот так вот. Так, шлеп. Так, шлеп. Мне нужно еще. Не, не сюда. Так. 8 семян. Это прудент. Нормально. Это прудент. Это ок.
Вы представляете, сколько мне потом, чтобы сделать крутые семена, да, надо потратить вот эту фиговину? Просто мрак. Так, вот они. Два стака крутых семян. Ну как, тир 2 семян. Теперь, чтобы сделать тир 3 семена, мне нужно интермедиум эссенции. А ты парился на сложную кирку? Не, ну в принципе, как бы, почему бы и нет, ты знаешь, вот просто. Просто почему бы и нет. Так. Сейчас я еще немного ему задачки подкину. Интересно, сколько там уже экспы, это пипец. Я в прошлый раз так долго парился с экспой, что я хочу просто вот смотреть и наслаждаться, насколько большое количество экспы там в итоге дается. Так. Я немного не те семена закинул, такое бывает. Семена иди сюда. Ну-ка, сколько там экспы теперь? Экспа просто полным потоком идет. Просто полным потоком. Так. 153 левела, охренеть можно. Чтобы вы понимали, в пересчете на 5 левелов это не 153 будет, это в районе, наверное, 1300 опыта, я так полагаю. Если использовать именно там по 3, по 5 опыта, да, которые нужны на зачарование и так далее, это порядка 1300 опыта. Так, это он у меня делает, хорошо. Мне надо взять еще, чтобы сделать вручную все это дело. Так, я семена пока сюда пересажу. Мне надо вручную сделать еще круче и еще круче. То есть то, что он делает, это, конечно, зашибись, но он делает это медленно. Пускай его ФК. А мне надо, чтобы это было все быстро. Еще надо поспать, наверное. Поспать полезно. Театр абсурда, неразрушаемая бумажная мотыга. Господи, это Майнкрафт, а не театр абсурда. Давно привык уже. Это же просто майн. Так, раз, два, три, четыре, шлеп. 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 И у меня два стака еще надо. Хотя... Да, мне надо еще два стака. Так, здорово, ребята. Раз, два. Как же жалко, что они мешочки классные убрали, блин. Слушай, а может они их добавили, просто я об этом теперь не знаю. Смотри, по три лука каждой прочности, считай, есть. Так. Главное, ничего лишнего не выкинуть. А, мне здесь фильтр нужен, да-да-да-да-да-да. Фильтр. А, значит, в чем прикол? Насколько я сейчас понял, потому что я через кристалл это смог сделать, да? Игнор метадата. То есть, если ты игнор метадату используешь, это игнорирование прочности. То есть, метадата это прочность. Мне нужно игнорировать метадату и ставить whitelist вот эту фиговину. Вот эту фиговину. Так. По идее, мне сейчас будут луки любой прочности и ботинки любой прочности уходить сюда. В то же время у меня blacklist стоит уже как минимум на луки. То есть все луки у меня будут уходить сюда. Возможно, даже если использовать NBT дата, то это зачарованные, не зачарованные, либо это ну типа алмазная броня, железная, кожаная, каменная, неважно. Может быть, вот это еще фильтр делает. Я сейчас не уверен, конечно, это все надо пробовать. Но по крайней мере теперь я знаю, что такое метадата, да. Метадата это прочность. Если ты ставишь игнор метадата, значит ты игнорируешь. Мне надо еще 4. Fair. Если ты ставишь игнор метадата, значит ты игнорируешь прочность. То есть фильтр не учитывает прочность при перемещении чего-либо куда-либо. Что весьма хорошо. Я по-прежнему надеюсь, что, ну, может быть, они все-таки исправились. Может, они все-таки ввели какие-то мешочки. Я очень на это надеюсь. Может, они даже ввели новый майн, о котором я не знаю. Я, кстати, поставил себе начинать майн только 3.04.
Блин, ребят, есть Майн 3.05. Пам-пам-пам. Может, они что-то исправили в 3.05? Такс. Так. Фак, мне нужно еще 4. Господи, что ж я слепук-то такой? Моя думать. Я думаю, можно попробовать перезагрузиться, потому что если они добавляют новый, ну, как бы новый пунктик, возможно, они даже баги какие-то исправляют. Либо лаги, либо добавляют оптимизацию. Господи, мечтаю об оптимизации. Давайте действительно выйдем сейчас, и я загружу 3.05 версию. А если там не будет Inventory Tweaks нормального, то я, собственно, поставлю тот самый Inventory Tweaks, который у меня уже был. Так, 3.04, да? Закрываем. Ставим Minecraft Recommended. Запуск. И он меня запускает, походу, 3.04, я так полагаю, а не 3.05. Так, ладно. Ладно. Закрыть, пожалуйста. Я понял, диспетчер задачи, иди сюда. Подробнее, где тут Java? Java. Изи. Такс, майн. Ладно, 3.05, запуск. Хочу сохранить изменения, хочу сохранить файлы конфигурации. Да. Все, я загружаю новую, ребят. Слушай, а где бы мне посмотреть, что там на... Так, где-то я это смотрел. Где же я это смотрел-то, ё-моё? По-моему, на курсе, да? Так, сейчас. Sky Factory 3. FTB Presents, Sky Factory 3. Так, ну-ка. Так, Sky Factory 3, вот она. Так, Changes. Угу. Слушай, а здесь добавлены только изменения на 3.04, а здесь не добавлены 3.05 изменения какие есть. Most Updated, Actual Additions. Да, это все по 3.04. Здесь нету чейндж-лога на 3.04 очень сильно изменилось по сравнению с начальным, да? Tiny Progressions. Слушай, для Tiny Progressions, оказывается, много чего добавили. Но это все изменения 3.04. Апдейт 5 дней назад. 5 дней назад всего она апдейтнулась. То есть между как раз нашими стримами. И на курсе, кстати говоря... Нет, она на курсе 3.04 по-прежнему. Ага. То есть, сейчас я нигде не смогу посмотреть, что там новое изменилось. Шек, ты будешь играть в Mass Effect Andromeda? Меня никогда не интересовал Mass Effect, ты знаешь. В этом все дело. Вы тоже видите пустоту? Ребята, это же нормально, я же загружался. Вы же не видите мой рабочий стол, поэтому вы не видите загрузку. А так как у меня Майнкрафт идет не на фуллскрин, потому что на фуллскрин он не хочет захватываться, я, естественно, убираю гифку, поэтому вы видите пустой экран. Достус Everywhere. Да, я, кстати, 100 лет уже Доста не видел. Вот, а по поводу Дост, да, ну, Дост, правда, это вакуум, это не чернота, ну да ладно. Здорово, Альба. Две натертые морковки, один порезанный палец, салатик удался. Я все вспоминаю, помните, я какое-то время в Bosch еще не играл. Я, кстати, скачал его на Kill the Guy, ну это так. Вот. Я какое-то время в Bosch не играл, потому что я себе палец натер на терке. Я когда тер сыр для индейки на одной профессиональной терочке, она трет так хорошо и так быстро, что я в итоге себе кусок пальца натер. Это была индейка под... Индейка со сметаной, луком, сыром и кровью. И мясом человека, да. Фусрода. Ну это так. Лирическое отступление. Library found out
Outdated mods? Хреново, что я тебе могу сказать. Outdated mods мне как раз не надо находить. Возможно, я сейчас еще раз буду загружать майн. Если он у меня инвентарь... Так. More things. Окей. Так. If the mission is safe, if you complete, we'll get removed. Yes. У меня дочек так жестерка познакомилась. Да я понимаю ее прекрасно, блин. На Forbidred. Изи, блин. Так, update notification. Looks like you have updated Skyfactory 3 to version 3.0.5. Make sure you check the change log in the game menu. Game menu. What's new? Так. Added the X Nihil to Mesh Enchant... Теперь я могу энчантить сетки на Android Enchantere. Epic Bacon Recept now uses one directory for needed dice. Это радует. Remove the wooden cotton recept. Эй, wooden cotton recept, ну ладно. Or excavator will now try to send items directly to your inventory instead of dropping on the ground. Опа! Теперь экскаватор будет стараться пихнуть вещи в ваш инвентарь, вместо того, чтобы разбрасывать их повсюду вокруг вас. Это очень хорошие новости. Такс. Spikes and Obsidian Armor are now smeltable in Tinker Smelter. Неплохо, Engineer Workshop. Так. Unfired and make sure you... All cushion bridges, etc. create the same type of dust instead of different machine creating different modded dust. Everyone should now create immersive engineering dust. Что? Стоп! Здесь же нет immersive engineering, какого хоть. Так. Сейчас, ребят, секунду. Где эта хреновина была-то? В инвентаре опции JJ. Нет, ней. Вот. Ага. Они все равно все сломали, да, я так полагаю? Да, они все сломали. Ладно. Не люблю я через Джейс серчить это все дело. Ну да ладно. Иммерсив. А, блин, это не МЕшка, да. Или это... Не, это не МЕшка, это другое. Окей. Immersive Energetics есть, но нет как... Engineering. Нет какого-то Energetics. Вот, да. Escape. Дальше продолжим читать. Гречка с мяском. Я, кстати, вчера... У меня, оказывается, дома... Вот мы вчера, помните, с вами говорили про гречку с тушеночкой еще, да? Вот. Ничего не понял, нажал ЕС. Это ты так думаешь, я-то понял, все. У меня, оказывается, дома гречка была все это время. Я вчера таки забубенил гречку с тушенкой. Это, блин, вкусно. Я такой довольный вчера был. Зачем тебе инвентарь Twix? А ради авторефила руки. Если у тебя какой-то предмет, ну то есть вот, я не знаю, да, я тебе простой пример приведу. Если ты ставишь кучу блоков, то ты хочешь, чтобы у тебя в руке появлялись те блоки, которые ты ставишь, когда они заканчиваются. И видишь, у них нет сейчас авторефила. И это пипец как бесит. Потому что вот здесь вот конкретно не добавили авторефил. Кстати, ребят, а лагов стало намного ми... Подергиваний больше нет. Подергиваний нет. Да, детка, подергиваний нет. Все очень плавно. Все. Господи, я сейчас разрыдаюсь. Сейчас. Слушай, как классно, охренеть просто. Ой, все так плавненько, все так четенько, прям. Класс. Ладно, продолжим читать дальше. Приколись, я инвентарь Twix поставлю, и лаги появятся. Ох, я охренею. Ну да ладно.
госссылку на этот майн. Феликс, учись просить нормально. Серьезно. АЕ в сокращении... Точно, АЕ. Вот Applied Energetics, я даже вспомнил, как она называется. Вот ее нет как раз. Так, что тут еще добавили? Так, с бла-бла-бла. АК алюминий should now generate benefit. Окей, а regenerate command. Так, это неинтересно. Это Tinker Stone Torch. Окей. Так. Это a branch of blocks and machines will not connect to the Tinker's craft station. Чего? Это branch of blocks and machines to not connect to the Tinker's crafting station anymore. Some were sufficient and other curses integration issues. Серьезно? Ага. Окей. Собственно, теперь к этим машинкам нельзя подконнектить что-то вроде автокрафта и так далее. Иначе это вызывало кучу багов, как они написали. Gold chicken now drop gold ingots by half a signal slower lighting time. Окей. Это the botany actually additions black lotus to the loot bag. Опа! Лутбеги, точно! Блин, надо же лутбеги снова проверять! И дроп обязательно надо проверить! Твою мать, а как мне проверить, добавили ли новые мешочки в дроп или нет? Это только если каменные шипы возвращать. Я с помощью золотых шипов этого проверить не смогу. Потому что у меня будет куча, блин, ненужного лута. Здорово, квадробушка. Починил электрон. Здравствует, дымовая завеса в комнате. Я тебя поздравляю, квадроб-курильщика. Так. Так, вот. Так, этот мешочек нужен. Окей, он должен здесь остаться. Значит, что у нас есть? Блэклист включает в себя штаны. Такие штаны. Такие ботинки. И вот такую вот броню. Возможно, мне придется сделать так, чтобы он игнорировал НБТ дату. Ну, типа, я так понимаю, что НБТ это зачарованное или не зачарованное. Ну, по крайней мере, я так думаю. Я извиняюсь. А там хрен узнает, там может быть вообще все что угодно. Так. Вот этот мешочек, это очень классно. Я его, кстати, возьму. И я его положу. Этот мешочек с тортиками. Мешочек с тортиками иногда крайне полезен. Факт. Так. Лутбеги чуть позже проверим. Давайте сначала все-таки чейндж-логи дочитаем. А мобы пускай там плодятся и умирают. Так, продолжим чейндж-логами. Что там еще, чатик? В нем бэг веди. А, ты про Джейта? Успеется. Шаг, построю еще одну ферму мобов на каменных шипах, в шипах и не делай золотые. Блин, это так геморройно на самом деле, Адвизор. Еще одну мобоферму. Ты представляешь, сколько с нее лута? Ты видел, сколько лута здесь? Даже если я построю маленькую, это реально еще одна просто лутильня. Мне и так лута девать некуда, а там еще одна будет. Так я вчера открыл и прошел войну внутри. Очень классная. Я рад, Квадроп. Мне тоже безумно понравилось. Я рад, что понравилось тебе. Так, смотрим. Fixed pumps bait having duplicate recipes. Окей. Uranium ore now available. Уран. Ок. Actual additions rice can... Так, electrum chickens now obtainable. Отлично, появились какие-то электрум курицы еще. Их не было. Increase the difficulty of recent growth actually... Угу, понял. When we use smiley the cloud is now craftable using an XP bucket. Smiley the Cloud? Это кто такой? Угу. Ведро с экспой и какая-то шерсть, получается улыбающееся облако. И, как написано там, об этом просили. Хотя, я не представляю, кто об этом может спросить, ну ладно, видимо, хорошая вещь. Так. Так, Smiley Cloud, Liquid Space and Nintendo Barrel should now crash the game anymore. Аллилуйя! Короче, сливание экспы жидкой в барреле больше не должно приводить к крашу игры. Это то самое, когда у меня из-за экспы было 4 FPS, вы помните, когда я перезаходить, собственно, должен был. Видимо, это еще не потому, что экспы было много, а потому что она не могла слиться нормально, потому что это приводило к крашу.
Это the simple levels and reborn storage mods. Так, еще два мода новых добавили. Reborn storage, кстати говоря. Сейчас я посмотрю, что это за мод. Сейчас, reborn storage. Надо посмотреть. Engineer workshop, смотрите, что это новое level crafting resize. Окей, enable alternative metal to extreme reactor. Хорошо. Update inventory sorter to fix the application of the bug. Так, twink the growth crystal. Так. Twink the growth crystal resize and there if... They should no longer instantly... Ну, ёперный театр! Они пофиксили гроф кристалла, которым я, собственно, только что пользовался. Они сделали... Вот эти вот кристаллы, вот эти вот, они, по идее, пофиксили. Они сделали их более тяжелыми в крафте и... Так. Давай так. Да нет, собственно, они такие же. Ага. Вот что... Ох, нихера себе, они что, совсем с ума сошли? Ха-ха-ха, мы сделаем вам это немножко сложнее. Настолько немножко, что вы это не сможете скрафтить первые, я не знаю, часов 500 игры. Жесть, слушай. Fertilized Dirt — это хрень. Growth Accelerator — это тоже хрень. Это стандартная вещь, которая используется вообще везде. Но вот это вот, Greenhouse... Че... Вот, вот, а? Как бы, да? Как бы зачаровать через призмарин. Как хорошо, что они мне выпали, ёперность, это просто охренеть. А заодно скажи, что такое добивающие удары? Это протыкание уже упавших врагов, да? Не совсем, квадробушка. Добивающие удары чаще используются не только на, ну, падающих врагах, протыкающие. Если ты за Инарос, допустим, используешь первый скилл, песок, да, то враг как бы стагерится. Добивание стагерящихся врагов или за Ивару, когда ты их усыпляешь, усыпленные враги, ты их тоже добиваешь. Добивание — это врага, который недееспособен. И, соответственно, есть добивающий урон. То есть есть, допустим, на кинжал, который позволяет тебе при добивании 100% наносить летальный урон. Если моб 500 уровня, мега-элитка с кучей брони и триллиардами хп, ты подойдешь к нему с кинжалом, допустим, за Иварку усыпишь, он такой, ты его за кинжала ваншотнешь все равно. Вот. Такс. Окей. И проверить, что тут за Reborn Storage. Крафтинг фрейм, хит кондуктор, крафтинг ЦПУ. Оу, слушай, а это мод, который мне в МЕ... Ну, аналог МЕшки, который здесь есть. Это, видимо, автокрафтер. Потому что вот это вот, Refine Storage, это как раз то, что мне надо для МЕшки делать. Ха. Так, проверяем лутбеги. Бэг. Такс. Здесь нет беконовского мешка и бла-бла-бла-бла-бла мешка, к сожалению, тоже нет. Так, посмотрим, легендарный. По-моему, уменьшили. Из легендарного что-то еще убрали, ребят, мне кажется. Что-то как-то на пару вещей, по-моему, было побольше. Но, в принципе, суть осталась тут же. Здесь нельзя получить самую крутую теперь эссенцию, можно получить только предкрутую. Но хотя бы актатик капаситоры есть. Ладно. Здесь у нас что? Здесь ничего не убрали, ничего не добавили. Столько же вещей было постоянно. Окей, рарники. Что-то с рарниками сделали, стой. У них что-то добавили, слушай. Вой кристалл, лава чарм. По-моему, рарникам что-то добавили. Так, зеленым ничего... Не, вот этот вот редстоуник кристалл, я не помню, чтоб он был. И вот эта вот хрень, вот этот блок, я тоже не помню, чтоб он был. Окей, они немножко их переработали, но не настолько, чтобы прям вау. Так. В тебя все равно попадают шлемы, штаны. Ага. Хотя я сказал, чтобы они не попадали. Фишка в том, что здесь, да, здесь зачарованные вещи попадают. То есть у меня стоит как бы не попадать зачарованным вещам. Наоборот, не попадать таким штанам, но такие зачарованные штаны попадают. Хреновато. Исправим.
Ух, давно фруктовый салатик не трескал. А у меня вот, смотри, что есть. Фруктовый. Ты посмотри, сразу описание добавить. Вау! Наконец-то сразу есть описание еды. Сколько она чего восстанавливает. Вау, красавчики очки. Так. И здесь, собственно, тоже. Да, сразу по восстановлению еды. Вау. Так. У меня сейчас нет ни одного даже малейшего лага. Это просто охеренно как приятно. Но мне нельзя жить без авторефила руки. Это невозможно жить без авторефила руки. Поэтому мы сейчас выходим. Запомнили, лаги нет, да? Лагов нет. Так, выйти из игры. У вас будет черный экран, потерпите немного. Так, я сейчас буду объяснять, что я делаю. Я открываю FTB-шку Mine. Я иду в модпаки, редактировать модпак. Добавить мод. И Inventory Tweaks, который у меня все это время находится на рабочем столе. Inventory Tweaks, вот. Open. Закрыть. Включить Minecraft. Скорее симпатики, что Inventory Tweaks не добавит мне лагов. Я очень хочу, чтобы он работал, и чтобы у меня не было лагов. Я не хочу выбирать между лагами и авторефилом руки. Я хочу, чтобы не было лагов и был авторефил руки. Шаг, убери запрет игнора метадаты. Нет, Эммануэлька. Метадата — это износ предмета. Как я уже мог узнать, то есть я только что узнал, что метадата — это износ предмета. Потому что когда я в автокрафте ставил кристалл, который должен быть, да, я ставил его, типа, не убирать. Он все равно убирал кристаллы, которые имели другую прочность. Я поставил игнор метадаты, и он перестал убирать кристаллы, которые имеют другую прочность. Вот, исходя из этого, следуя моей логике, метадата — это прочность. И если ты игнорируешь метадату, значит, тебе пофигу, какая прочность у предмета. Тебя интересует сам предмет. А так как луки падают разной прочности, то мне надо игнорировать метадату, чтобы разной прочности луки все равно выбрасывались. Понимаешь? На сервере мы сделали автокрафт эссенции. Скажи, плюс откуда добивание, про которое ты говорил? Лон Метео, это Warframe, это рамка. Я здесь во много игр играю, поэтому во время Майнкрафта у меня может быть обсуждение других игр. В данном случае это Warframe. Вот, сделали автокрафт эссенцию, тоже неплохо. Я просто не хочу этим сейчас заморачиваться. Я тоже могу сделать автокрафт эссенции. Я могу сделать крафтовые столы третьего уровня, подать из них и в них обратные эссенции. Да, реально, просто я не хочу с этим пока заморачиваться. Мне это пока не надо, банально. Я это могу ручками так шлеп-шлеп-шлеп быстренько сделать и все. Автокрафт эссенции из первого уровня во второй, он у меня сейчас есть. Я его сделал как раз сейчас. Еще ко мне вчера пришла тройка, я аж офигел, потому что они убились об заполярины 5 раз танкор, ведь я шел убивать сразу же на луне. Квадроп, ко мне сегодня, блин, я сегодня за кул вышел, как на меня присоединился какой-то днарь полнейший на гнидусе. На меня нападает со всех сторон куча мобов, у меня мало маны, и на меня сталкер вылезает. Я, блин, с ним танцевал, я его почти убил, у него там реально сантиметр хп остался. Но так как гнидус лежал, кошка у меня сдохла, и она не жрала сталкера. Меня в итоге то ли меня нуль завалил, то ли меня завалил этот, как его называют-то? Рельса то ли меня завалил, я вообще не понял, но меня что-то шотнул. Это был не сталкер, я бы заметил. Так, ну чё, скрестим пальчики, чтоб не было лагов. И даже выпьем за это холодный чай Нести, зеленый чай, вкус клубника и алоэ вера. Ни разу не реклама. Просто вкусно. Так, ну чё? Скажи мне, что у меня нет лагов, и у меня есть Inventory Tweaks. Ну, позязя. Ну. Так. Inventory Tweak Configuration Loaded. Так, чё у меня вот это вот за фигня? Всё, убралась. Так, прогрузка. Взлёт, ну-ка. Да, у меня нет лагов. Да. Как же приятно без лагов играть. У меня появились странные глаза. Это очень странно. Так, авторефил он. Вот, ребят, вот без этой херовины играть просто невероятно тяжело. Реклама, бан. Здорово, тачка.
Я черный чай люблю. Мне тоже черный нравится. Просто у меня в магазине не было. Во-первых, у меня не было ни одной минералки, которую я пью. О, еще один мешок. Стоп! Стоп. Не, это тот самый мусорный мешок. Окей, это мусор. Я чуть не охренел сейчас, что это какой-то особенный мешочек. Так. Лагов теперь больше нет. Это огромнейший плюс. За это безумное спасибо. Мне теперь надо... Так, семечки, семечки, семечки. Вернемся к нашим баранам, потому что лагов теперь нет. Я доволен, что слонец. Поэтому надо немножко проапать себе дальше, да? Все, причем проапать. Так, шлеп эссенция. Эрис, два, три. Интересно, насколько сильно теперь гроф кристаллы работают, если они их так фиксанули? Очень обидно, что они гроф кристаллы фиксанули, естественно. Интересно, насколько теперь они сильно будут работать, насколько мощные они стали. Так, мне вот эти семечки не нужны, мне нужно вот эти семечки посадить. И посмотреть, ну-ка. Да. Фиксанули они гроф кристалла, конечно, конкретно. Подожди, может это просто семена следующего грейда так хреново растут? Ну-ка, а здесь? Они очень конкретно... Ну, вы помните, как у меня, да, растения росли? Вы прекрасно, я думаю, это помните. Как же они фиксанули гроф кристаллы. Охренеть можно. С другой стороны, вы знаете, я могу вот на это пойти, если помимо гроф кристаллов они фиксанули лаги. А они это сделали. И, пожалуй, я могу пожертвовать скоростью роста гроф кристаллов, чтобы у меня не было лагов. Пожалуй, почему бы нахрен и нет? Ну вот серьезно. Окей, ребят, я согласен. Молодцы, все равно молодцы. Все равно краусаучики. Музыка из Майнкрафта, кстати говоря, у нас сейчас играет. Minecraft Guitar Medley by Femalogel 7X. Так. Ну-ка, если я сделаю вот так. Ну-ка, ауешище. Угу. Угу. Так, стопэ. Ты смотри, теперь он собирает по-другому. А, не, он засеивает, потому что морковка лишняя оказалась. Так, все окей. Он жрет энергию 2,5 лимона. БСЮ. О, стоп, он начал жрать по 100 РФ пертик. Стопэ, а я па-па-па-па-ра-па-па-ра-па. А я это потяну вообще? А, подожди, они сейчас заряжают. Не, все правильно, все логично, все логично, все логично. Мне, я просто не знаю, я это потяну вообще или нет. Заряжать-то они заряжают. Так, вопрос, сколько у меня лавы идет на это дело. Лава просто нахер улетает. Блин. Блинский блин. У меня реально просто лава нахер улетает сейчас. Такс. Я подсела на палпе. Это что такое, тачка? Как в итоге побороли лаги? У меня обновился майн. Майнкрафт стал версией 3.0.5 уже. И в 3.0.5 убрали лаги нафиг. Ты посмотри. Мы, когда я начал сегодня, я был еще не обновлен, мы как раз про лаги рассуждали. А сейчас их просто убрали. Блин, я такой сейчас делаю. Так, с чего лучше в гридере начинать на Азазеле, чем? Что пытаться получить? Гридиер на Азазельке. Либо урон, малейший прирост урона для Азазеля у тебя сделает, собственно, существенный буст. Либо, скорее всего, дальность. То есть, сделай так, чтобы в сокровищнице у тебя было... Труселя мамы, помада мамы, каблук этот, туфелька мамы. Все что угодно, чтобы повысить тебе дальность. Плюс тебе просто крайне необходима тринка длинного червяка на повышение дальности. Еще желательно найти мамин сундук. То есть ты можешь начинать с магазина, ища мамин сундук изначально.
потом его купить и выбивать в этом сундуке тринку на дальность. Если выбьешь тринку на дальность, все изи будет, поверь. Делай больше лава-фермы, я сейчас тоже об этом думаю, но понимаешь, ты видишь, насколько у меня критична длина здесь, да, вот ширина в смысле. Либо я убираю сейчас просто одну лестницу и выставляю еще такой же ряд сюда же. Либо я убираю вот этот весь ряд и делаю его на один ближе сюда. Это, наверное, хуже будет. Я, наверное, сейчас одну лестницу уберу. Да, наверное. Скорее одну лестницу надо убрать. У меня еще там рарных лутбегов, просто забей, какое количество получилось. Так. Оу. Potion of Healing. Я его, пожалуй, оставлю. Почему бы нет? Пускай хил поушены набираются. Так, Ender Pearl 87 стаков. Redstone 2 стака и 45. Окей, здесь мешки тоже делаются. Так, ну-ка я попробую беконовский лутбэк открыть. Нет, по-прежнему жареный бекон. Я так полагаю, что эпик бекона там по-прежнему нет. Что жалко. Нет, не сюда. Сюда вот. Ух, нихера себе он все заполонил. По-моему, да. По-моему, мне из него придется настроить выхлоп какой-то. Жесть. Просто жесть. Так, инферниум. Подожди. Стоп, а почему? Что? Я же сделал вот эти вот семена. Не понял. Твою мать! Эти все семена все равно будут давать инферниум. Просто чем выше грейд семечка, тем быстрее, видимо, он будет расти. Серьезно нахер? Нет. Чем ниже, блин, грейд, тем быстрее оно растет, такое чувство. Но не-не-не, чем выше грейд, тем быстрее должно... Я-то думал, здесь наравне Зивика будет. Будет Зивика семечка, будет давать тебе Зивика эссенции. Блин, это логично, но нет. Может быть, оно больше семян дает, кстати говоря, за росток за один. Какого хи... Блин. А я заметил, что я эссенции типа не те получаю, как бы, да? То есть вообще не те эссенции, которые я жду. Это просто тир 3 семечко одно, и все. Больше это ни хрена не делает. Так, все, не будет у меня больше семян. Семена он все высеивает. Такс. Так. У меня складывается жестокое ощущение, что меня кинули через писюн. Я извиняюсь. И мне надо переставить его на два блока левее. Так, чувак, я тебя переставляю на два блока левее. То есть вот где-то вот сюда вот. Так. Все, ок. Так. Вот это мне надо только закрыть немного сейчас будет. Все той же землей. Да. Что-то это как-то очень плохо получилось на самом деле. В итоге это не как Зивик, это не как Magical Crops получается.
Ты умеешь летать под платформы, делай. В смысле, зачем? Ты имеешь в виду под платформой лавы эту? Не, ну его нахрен. Я не хочу так сделать, это будет некрасиво. Сделай платформу мини под твоей большой платформой, поставь лава-ферму. Не, это некрасиво. Я просто так не люблю делать, понимаешь? Ну вот, просто не люблю. А, и что-то мне... А, он все-таки должен возвышаться на одну, да? Да, походу он все-таки должен возвышаться на одну штучку. На одну эту. Над этими растениями. Так. Вот, да, он должен возвышаться на одну. Окей. Теперь, по крайней мере, он все замечательно собирает. Так, мне надо из него настроить теперь выхлоп. Да, кстати, посади все-таки что-нибудь. Так, давай я одну открою. У меня здесь все-таки не все засажено. Стоп. Он не захватывает здесь, да? Подожди. А если я его посажу чуть правее, то он будет не захватывать левую полосу. То есть вот одна полоса здесь, походу, лишняя. Ну ладно. Сделаем так, чтобы эта полоса была красивой. И хрен с ней, как бы. Еще он почему-то вот эту землю не хочет немножко раз того самого. Так, секунду. Бесконечная, блин, бумажная мотыга. Так. Все, да? Не, не все. Слушай, не рассадил. Какого хрена? Ладно, пофигу, пофигу, пофигу. No seeds, output full. В смысле no seeds? Вот тебе семена. Что ты высадил? Я так не вижу где. Ну что там точно? Ну ладно, я давай открою вот это все. Хрен с тобой вообще. Возможно, теперь он будет высаживать все. Так, ладно. Ладно. Мне надо настроить из него аутпут, иначе он будет так же пока сбиваться. Правда, этот аутпут сейчас будет очень жестоким. Так. Что мне здесь... Вы посмотрите вот просто на это заполнение, да, моментальное. Что мне здесь надо среди аутпута поставить? Точно. Мне нужны айтем-дакты. Причем айтем-дактов, я боюсь, мне надо много, а у меня этого много нет. Нет, 27 хватит, должно хватить. Шаг, коробка с трениками только в магазине, в сокровищнице? Да, она только в магазине. Шаг, разве были Зивика семечки? Вроде всегда миника из жилин, бла-бла-бла. А Зивика ты всегда через перекрафт получал. Были Зивика семечки. Их просто мне лень было делать, чтобы их выращивать, а выращивались они еще дольше, понимаешь? Зивика, по сути, были. Я их просто не делал. По факту, да, по факту Зивика были. Так, output full. Так, давай так. Значит, ты у меня будешь это все дело вытаскивать вот сюда. Вот сюда. Сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюдее, сюдее. Такс. И еще сюдее. Так. Нет, это будет неудобно. Нет, 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 нет. Это неудобно. Знаю. Опс. Я этого не планировал, сорян. Раз, два, три. Шлеп, шлеп, ж, шлеп. Я этого вообще ни разу не планировал. Так, спасибо. Этого я тоже ни разу не планировал. Сорян. Да нет. Наверное. Так. Так, все. Мне надо вниз. Да. Я могу отсюда настроить item duct. Такс. И вывести item duct. Вот сюда вот. Так, 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 так. Так, так.
Так, так. Так. Такс. Выводим его наверх. Такс. И выводим его вот так вот. А вот здесь вот будут уже стоять дроверы, в которых будут помещаться ресурсы. Кстати, мне не понадобится столько дроверов, да, кстати. Мне понадобится все. Сколько у меня ресурсов будет? 4? Раз, два, три, 4. У меня всего 4 ресурса будет. Мне всего один дровер нужен. Просто проапанный до максимума. До самого большого максимума, который я могу сделать. А, мне нужен будет один дровер, вот эти 4 апгрейда и вот апгрейд. Фух, вообще охренеть у меня все это было. Мужик. Запасливый такой. У меня в Sky Factory 3 мир перестал запускаться. Это странно, Зен. Это ты обновился так удачно, что ли? Гапи на втором этаже, но один хп. Так тащи! Будь тащуном, блин. Гапи у тебя может любую игру вытащить на самом деле. Гапи, даже при 3,5 урона стандартном. Ну у тебя у Азазельки урон-то побольше, но Гапи может вытащить. Гапи может все что угодно. Так, 4, void upgrade. Максимальный стаков 416. Такс. Теперь мы, собственно, ставим сюда. Оп. Ать, нет, ать. Экстракт включить. Ага. А сюда insert. Та-дам. По 4. Блин, что-то медленно передается, кстати говоря. Так, сейчас я вот так вот сделаю. А, не, во, все. Оп, поперло. Вот это я понимаю, нормально поперло. Так, сейчас я отсюда все это дело вытащу. Вот так вот шлеп, 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 шлеп. Шикарно? Шикарно. И здесь вместо этого сундук просто с мотыгой, обсидиановый, кстати говоря. И с хренью под пшеницу. Да, это будет фарм. Ну вот этот фарм, я не знаю, Infernium Essence, я что-то в них прям совсем разочаровался. Это скорее фарм еды для меня будет. Хотя, опять же, лучше фарм еды настроить вот где-нибудь здесь. Хотя не знаю, как его настроить. Как настроить так, чтобы не деревья срубались, а чтобы с деревьев снимались ягодки. Тыблочки. Персики. По-моему, к сожалению, этого настроить никак нельзя. Мне почему-то так кажется. Мэээ. Папайи. И папайи тоже, да. Куда же без папайев-то? Так, папайи, персик, это тыблоко. Так, тыблоко, 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 персик, персик. Вишня, вишня, вишня. Блин, как же приятно без лагов играть, вы б знали. У вас лаги фактически были не видны, потому что у меня идет поток все равно 60 FPS. 60 FPS был фиксирован, то есть у вас все было гладко. Но у меня вот эти вот рывки бесконечные, блин, они так раздражали. А сейчас все так плавненько, все так гладенько, все так ми-ми-ми-ня-ня-ня. Прям аж приятно. Такс. У меня здесь больше песка, бонмил, флинты, кстати говоря, стаки флинтов уже. Вот от этих флинтовых куриц. Нахрена я это делаю? Чтобы их потом размножать. Нахрена я это делаю? Вот это уже непонятно. Ну да ладно. Так, еда у нас растет просто в неимоверных. Охренеть, пока я просто подошел к курицам, посмотрел на них и пришел обратно, у меня 3 стака пшеницы созрело. Жесть. Здорово, Тикоста. Здорово, Nice Game. Есть Forestry мод с мультифермой, но есть ли у тебя этот мод? По-моему, нет. По-моему, здесь Forestry нету. Вроде как проверяли. Да, здесь нет Forestry. Каждому ноду с World Interaction апгрейда не надо тут. Вот не надо вот этого вот. Шаг, ну в 2,5 раза же было автосбор. В 2,5 были же автосбор фруктов. У тебя разве с 2,5 были вот эти фруктовые деревья? Брось, я их ни разу не видел. Шаг, срочно. Как работает Брим, Азазель и Лазер 1? Лазер 1, да, никак они не работают, блин. У тебя у Азазель, по-моему, все равно останется Брим. Просто он будет обрамлен лазером. Главное, тег 2 не бери. Потому что тег 2 уменьшит твой урон и тоже ни хрена не сделает.
Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Да я понял, что технология один. Нормально они работают, бери, не опасайся. Если охота брать. Так, энергия. Ну, в общем, у меня энергия постоянно потребляется. То есть у меня они не постоянно заряжены. И именно из-за этого у меня, по-моему, лава не успевает набраться, да? Да, по чуть-чуть, но лава все-таки проседает. Окей. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот так вот. Сейчас шлеп, 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 шлеп. Шлеп, шлеп. Сейчас я немного просто на один блок, да, уменьшу нашу лесенку. Классную. Так, сюда. Ну, будет лестница шириной не в 2, а в 1. Ну, хрен с ней как бы, да? Все равно этой просекой я буду пользоваться только когда мне внезапно понадобится медь. Потому что на меди у меня автопросейки как бы нет. Так. Шлеп. Раз. И два. Все. Так, значит, теперь вот здесь вот мне нужны блоки. И забора. Блоки и забора, да. То есть так, 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 так. Здесь будет забор. Забор. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вот. Все равно нормальная лестница, как бы. Пускай даже в один шириной, но лестница вполне себе адекватная, да? Так. Теперь здесь у меня должны быть вот эти вот... Не, не вот эти, вот эти красивые блоки. Как они называются? Блин, я сейчас не посмотрю. Ладно. Неважно, сейчас со всем разберемся. Так, так, так. Ох, так, смотрим, что у меня среди чисел блоков здесь есть. Давай-ка я все даже уберу отсюда. Чисел блок я буду в отдельную фиговину. Вот. Вот этот, по-моему, блок мне как раз и нужен. А, чисел, чисел. Так, это основные блоки. Так, брики, андезит. Это не то. А, грейву, ладно. Все, вроде больше ничего такого криминального нет. Так, это мы все ставим сюда, и мне нужны, по-моему, вот эти вот блоки. Вроде как они должны быть прям четенькими. Да, они самые. Найс. Такс. И еще на один подняли. Так, вот здесь вот уже не они должны стоять, здесь уже должны стоять другие блоки. Все делаем, чтобы было камильфо, естественно. Иначе не камильфо, но как бы и нахрен не надо. Так. На самом деле можно даже еще один. В итоге у меня должно быть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Подожди, я идиот. Не-не-не-не-не-не. Я как бы идиот, но не совсем. Мне же все равно придется ставить незераки и поджигать их. Поэтому это я все ставлю для того, чтобы просто поместить. Правильно? Правильно. Перезапустил, пока посмотрим, поможет ли. Плюс дамаг ей красивый брим. Ну во, хорошо. Зен, удачи тебе, потому что я не знаю, почему он может у тебя не работать. Ты на всякий случай мир сохрани сам. Просто сейв мира сделай. Потом попробуй загрузиться отдельно. Не в своем мире, а в новом. Если у тебя просто май не запускается, значит проблема... Если он тебя не запустится, значит проблема в твоем мире. Ну, значит, все хреново. Если не запустится, значит проблема в майне, а не в твоем мире. Значит, все еще решаемо, и твой сейф, возможно, останется даже. Так, 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 так. С этим разобрались. Здесь у меня что? 14 стаков пшена уже. Окей. У меня, правда, 400 стаков может быть максимум, ну да ладно. Так, мне нужна... Глина. Мне нужна глина и бонмила. Так, мне нужны молотки тогда. Молоток, молоток. Мне так нужен молоток, молоток. Интересно, кстати, даже компресс-хаммер, по идее, должен сгодиться. Так, компресс-хаммер. Если если это считается скомпрессованным, то, по идее, компресс-хаммер должен это брать. Не, не берет. Или берет. Не, не берет. Ладно. Так, не торт. Тогда мы, собственно, берем раз, два, три стака песка.
Делаем из него компресс песок. Так, компресс песок. Компресс песок. Так. Сдается мне, кстати говоря, что... А нахрена мне столько пыли? Да. Не подумал. Согласен. Согласен. Не подумал. Вообще, причем ни разу не подумал. Так, ладно. Раз уж поставил. Да, они убрали это дело. Мне снова надо конфиги модов выставлять, к сожалению. Mod option. Так, excavator. Конфиг. Tool blacklist. Убрать. Дан. Такс. Другое нахрен дело. Такс. Теперь мне нужны, собственно, бочечки, в которых будет полно воды. Бочки. Вот они. Так, в этих бочках должно быть полно воды, собственно. Которые я сейчас буду делать. Раз, два, три, четыре. Я извиняюсь вам... Перед вами, ребят, но вам придется потерпеть немного это махание. Потому что, ну, хоть чуть-чуть, но мне нужно глины. Чуть-чуть это примерно 4 раза вот таких вот блоков. Потому что, ну, понадобится ее реально много же. Подожди, давай точно рассчитаем. Мне надо 7 обжаренных тиглей. На каждый из жареных тиглей идет 7 штук глины. Значит, мне надо 7,7, 49, блин, логично, 49. 50 для четкости. Не, 50 будет нечетко. Допустим, 49, всё, допустим. С одной пол... Вот сейчас я получу 48, кстати говоря, вот с этой глины. Значит, мне нужна еще одна, банально. Все, вот сейчас получится 52. Окей, 52 должно хватить. Остальную пыльку я пока убираю, вот эту хрень я тоже убираю. Так... Покушать салатик фруктовый, это святое. Думать. Кстати, там Аланир кусок от Локи искал. Вроде не Аланир, а Дред. И вроде Дред уже купил его. Но я не уверен. Возможно, Аланир тоже искал. Дред искал. Дред, по-моему, фулл Локи купил уже. Вроде как. Шаг еще вопросит, если не надоел. Да не надоел, Сугман, нормально. Ворм, который активируется с помощью зажатия кнопки на 3 секунды, не при получении урона дает хп? Да. Void Worm. В основном Void Worm и дает хп, потому что им удобнее всего пользоваться. Конечно, дает, да. Сделай автокрафт глины. Да забей, мне на самом деле надо не так много. Именно поэтому я не хотел с автокрафтом сейчас заморачиваться. Если бы мне надо было реально большое количество глины, тогда да, тогда автокрафт. А пока что... Да не, мне ее надо так, раз-два обчелся. Такс. Теперь мы, собственно, должны сделать вот так вот шлеп. Бдыньк. Полимерная глина, так. И вот 7 тиглей, пожалуйста. Теперь эти 7 тиглей надо немного обжарить. Изи. Так, теперь эти 7 тиглей надо поставить вот сюда вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Упс. 7. Так. Блин, я отсюда вылететь еще не смогу. Так. Значит, здесь мне надо поставить... Включить. Так. Теперь мне надо айтем... Блин, мне нужно больше айтем-дактов. У меня сейчас, по-моему, моих уже не хватит. У меня их очень мало оставалось. У меня их 9 всего. И я не вижу, чтобы у меня был... А, стоп. У меня есть кондуиты. Есть вот эта фигурина.
Ж. Та-дам! 49. Другое нахрен дело. Так. Мне надо поставить вот так вот, 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 вот так вот. Нет, вот так вот не надо. Так, теперь... Это не экстракт, это инсерт должно быть. Инсерт, инсерт, инсерт. Инсерт, инсерт, инсерт. Инсерт. Так. Теперь... Чё? И почему это не работает? Так, ладно. Давай мы сделаем по-другому немного. Давай мы сделаем вот отсюда. Уболтал. Видимо, он пока не плавится, он не будет выдавать, что ли? Я понять не могу. Не, по идее, они должны камнями забиваться сразу. Ладно, давай попробуем поджигать. Так. Вот сейчас я их поставил, да, так как надо прям поставить было. Теперь я могу вот эти два блока убирать. Потому что они у меня стоят так, как надо. Сколько? 3, 4, 5, 6, 7. Так, блоки убрали. Теперь мне нужны нетраки снова. У меня вроде как должно было оставаться ровно столько нетраков, сколько нужно, однако их надо найти еще. Незараки, незараки. Да, 10 у меня их. 1, 2, 3, 4. Шутка. 3. И зажигалка, естественно, нужна. По-моему, я ее сюда слил. Флинт вижу. Да, вот она, зажигалочка. Так, ну-ка. Внизу должен быть нагреватель. Ну, а ты думаешь, что без нагревателя он просто не подает, да? Это немножко странно, ну да ладно. Предположим, что действительно так оно есть. Так, шлеп, 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 шлеп. Да, слушай, действительно, без нагревателя он просто не подавал. Окей. Спасибо, ребят. Ну вот, собственно, теперь это дело тоже плавится. И теперь это дело тоже передает лаву. Вопрос. Вот это я понимаю, прирост уже. Сколько он у меня за тик успевает перерасти, ну-ка. Прирост очень существенно идет. За тик у меня прирост порядка 200-200... За тик магматик генератора, да? То есть между теми тиками, когда он забирает свою лаву, у меня прирост где-то в 200, в 150, 200, в 250 идет сейчас. Не кровать, я бы сказал. Однако, чтобы ничего не загорелось, пожалуй, я поставлю там забор. Ну, чисто так, чисто, чтобы камильфо было. Вот. Вот, нормалек. Даже смотрится нормально, на самом деле. Еще бы вот здесь вот только вот так вот заборчик оградить. Так. И вот так. Да, и забор желательно поставить все-таки, наверное, даже на обычную каблу. Да, забор поставить на обычную каблу можно. Так, шлеп, 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 шлеп. Не камильфо. Так. Во, так лучше. Даже вот так вот еще лучше будет. Ну вот, все огорожено, все нормально, все работает. Энергия практически постоянно полная. И лава у нас добывается, да?
Да, лава у нас более чем добывается. Ну как бы вроде огонь дает 3 МБ лава в тик, 4. Здесь обычная лава дает 3 в тик, огонь дает 4. А пиротиума здесь нет, этого, ну, основной минус, собственно. Так, ну-ка, 876, 630. 868, да. Нормально. Энергию обеспечил себе. Так, это я тоже себе все обеспечил. Окей. Автокрафт эссенций. А, у меня, блин, у меня все кристаллы сломались нафиг уже. Ладно, так, этот кристалл тоже долго не продержится, правда, но такой себе. Так, сюда. Сюда. Сюдашние. Так, мне нужны еще кристаллы. Кристаллы, 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 кристаллы. У меня их до хрена, на самом деле, у меня их здесь таки. Как ты делаешься с помощью... Оу, с помощью эссенции и с помощью алмазов. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 16. Так, и 4 стака эссенции, собственно. Тихо. Раз, два, три, четыре. Так, шлеп. Шлеп, шлеп, шлеп. Та-дам. Так, нахрена только столько... Не понял. Где мои крылья? Я крылья, походу, случайно в сундук... Фух. Я специально сейчас на стрим посмотрел, куда я поместил свои крылья. Я их при шифте случайно задел и поместил в сундук. У меня чуть сердце нахрен из грудной клетки не вырвалось. Это жуть был стресс. Просто стресс. А-а-а. Мрак. Так, кристаллов наделал, немножко психанул, это нормально. Так, теперь отсюда. Так, 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 так. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Так. И вот сюда вот. Ну вот. Собственно, автокрафт здесь работает, в принципе. Можно даже отсюда поставить автокрафт и дальше поставить автокрафт. Но я в этом смысла особого сейчас не вижу. Попробуй поставить кобл-генератор, а то можешь просесть. Вообще у меня там коблы столько, что вообще охренеть. И на самом деле вот сейчас, да, сейчас можно поставить кобл-генератор получше, потому что вроде как от лагов избавиться. Вот, фу-фу, не сглазить. Вот, и я себе могу, по идее, позволить поставить кобл-генератор получше. Это я согласен. Так. Кобл-генератор получше. Кобл-генератор получше. Даже две. Я надеюсь, что они будут справляться в один. Не, не будут. Так, в одну харю не справляются. Окей. Мне нужно больше проводов. Эти провода не рассчитаны на передачу такого огромного объема камня. Так. А давай прям напрямую сделаем. Какого хрена нет? Так. И еще вот сюда вот сразу. Вот так вот. Секунду. У меня так не должно быть. Вот это вот фигурины. Вот. Вот этой вот фигуры не должно быть. Вот. Экстракт. Инсерт. Во, получше пошло, в принципе. Здесь коблы просто очень много. Ну вот смотрите, шлеп, 47 коблы накопилось. А здесь шлеп, еще больше коблы накопилось. Нет, даже два провода не справляются на самом деле. Это настолько звездатый кобл-генератор, что даже два провода справиться не могут. Хрен с ними, я думаю. Да, они вот просто, они не могут справиться. Ну да ладно.
У меня 34 стака дабл компресс каблы. Я думаю, она не может просесть. Так, в сундуке... В алмазном сундуке апгрейды? Апгрейды на что? На вот эту вот фиговину? А-а-а, оу. Ага. У меня не такие апгрейды, ну ладно, я узнал, что они как хотя бы есть. У меня этого апгрейда нет здесь сейчас. Так, стоп, это интересно. Апгрейд. Мне нужен вот этот апгрейд, получается. Пистон! Ох, блин, Electrical Steel еще нужно. Вы знаете, это весьма дорогой апгрейд, надо признать. Серьезно, очень дорогой апгрейд. Electrical Steel у меня, конечно, есть, но что-то ее у меня не очень много. Я не помню, как я ее делал, кстати. А, как ты делаешься? Ты делаешься... Подожди, она не здесь делается? Так, она делается не здесь. Как ты делаешься? А, ты делаешься через силикон, кол и айрон. Блин, это геморройно на самом деле. Не совсем, но геморройно. Так, мне нужно два пистона. Так. Апгрейд, шлеп. Так, нет, не сюда. Это у нас сюда отправляется обратно. Мне надо установить вот тут вот апгрейд, да, один. Вот, смотри, один апгрейд и все передаваться стало. Охренеть, слушай, всего один апгрейд нужен. HP. Так, 47 камней убрали. Да, действительно, один апгрейд и все сразу стало нормально передаваться. Классно, слушай. Здорово, Озончик, не, тебе тоже. Или для этих труб есть улучшение скорости по предмет... для предмета трубы. Да, типа того. Мод АЕ2 есть. Скорее нет, чем да. Блин, сейчас, секунду, ребят. У меня Twitch снова лагает. Так, Twitch, иди сюда. Так, секунду. Чё там, Свегман, шаг, не знал, не знал. Чё ты там скинул, Свегман? В смысле, чего ты не знал? Что можно грида этими... Да, этого я точно не знал. Охренеть, слушай. Это ж сколько денег ты можешь зад... Ё-моё. Офигеть. Шаг, срочно зайди через моды в настройки мода Тверксим. И включи все растения, тогда сможешь выращивать фрукты тверком? Окей, Хоббит, спасибо. Сейчас, Хеги, что такое? Шаг, enter the gungeon supply. Drop update will drop this Tuesday, January 26. Найс. Отлично, Хеги, спасибо за инфу. Просто охренеть. Это отличнейшие новости. Ну, значит, собственно, у меня скоро стримы Enter the Gungeon вернутся. Заново, наверное, я начинать не буду. Нет. Но продолжать надо прошлое пульки, прошлое компа. Надо комп открыть для начала. Прошлое компа и так далее. Блин, это отличные новости. Спасибо, Хеги. Это они, красавчики. А, так, что там мне Хоббит писал?